Давай, ты говори, Дигута, как? Кто говори, герои, я каждому танки, чтобы герои России. Герой Донбасса! Донбасса, Россия. Холодно. Вам не холодно? У меня холодно. Многие знают Джигурду как городского сумасшедшего, как наркомана, алкоголика, хотя я десятки раз сдавал на показ анализы. Блять, он чистый. Он ёбнутый без наркоты. Я говорю, да я нормальный. Я нормальный, если вы бы мне парочку ЛСД дали пососать парочку, я бы вам показал тут, блядь, праздник души. А так я вынужден в аскезе находиться, но при этом, знаете, у всех у нас, ну, кто взрослые, есть опыт любви, измены и всего, так жизнь устроена. Когда-то я предыдущей своей супруге написал посвящение, признание в любви, написал: «Ты тоньше сделала меня в прямом и переносном смысле. Моя любовь к тебе не скиснет, не перестанет мир ебать. Мне не в облом ебать в гвозде невинный ковш твоих желаний. Настанет время осознаний, и ты поймешь. Я не пиздел, когда воздев к тебе все мысли, и словно иных коромысла, я мыс твой огненный причислил к числу влагалищных святынь. Но ты, устав от хепли кроткой, нашла себе другую лодку, и хуй мой танцевал чечетку, пивая янь. В ноги я инь, остынь, остынь, я говорил себе, но акт любви на миг замедля, я вижу драйв, теряет ебля, и бляди рвутся в мой Тибет, но нет, во мне упреком хилой, ведь благо, что меня дрочила, она вагиновым точилом, от вихрей похоти храня в прямом и переносном смысле моя любовь в пизде зависла, но не навек, а только присно до воскрешения огня. Ну как так красиво. Ну что? Что делаем? Пишем песни с поющей звезды. Давай, звезды. Давай, звезды, да. Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». Мир. Миру мир, но через ту операцию, которая не даст всему организму погибнуть. Поэтому золотую рыбку, все три желания сделать так, чтобы то программирование моих собратьев-украинцев зомбированных спало как пелена, и что они поняли, что они воюют сами с собой. И воюют русские с русскими. Я не беру западенцев, которые, да, внуки Третьего Рейха. Мир. Естественно, мир, потому что это необходимо. Но при этом я отдаю отчет, что как операция на теле человека бывает длится сутками, да, с точки зрения, так и здесь какое-то время должно еще быть, но коллективное, бессознательное и коллективное сознательное, если пожелает мира, но не как альтернативу сегодняшним действиям, потому что сегодняшние действия — это реальная операция специально, а мир как результат, мир. Иначе
Я этого не боюсь. Мы закончим так, как Атлантида. Мы в раю. Потому что мы за идею. Мужчина, женщина, дети, святое. А с той стороны боевые... Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка».